Во Владивостоке состоялось торжественное приведение к присяге курсантов первого курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Обещание быть преданными Родине дали 52 человека, в том числе 8 девушек. Дальневосточная пожарно-спасательная академия по случаю приведения первого курса к присяге построена. Начальник академии полковник Андреев. Здравствуйте, товарищи! По словам заместителя главы МЧС России, присяга принимается один раз и будет сопровождать на протяжении всей жизни. Получите все те знания, ту практику, которая вам пригодится на протяжении всей жизни. Спасатель – это состояние души, это ваше сердце, это призвание. Нет времени ни молодости, ни среднего возраста, не другого возраста, когда человек уходит на пенсию. Это пожизненное событие и пожизненная ответственность каждого из вас. На протяжении 4 лет курсантам предстоит изучать азы спасательного дела и приобретать практический опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Данный набор стал 12-м для нашей академии. Сегодня курсанты, вчерашние школьники приняли присягу на верность Отечеству. Хотелось бы пожелать им в их трудной, но очень интересной службе, учебе, получения как можно больше знаний, умений и навыков, которые пригодятся им в дальнейшей службе. Пожелать, чтобы рядом с ними всегда находились их верные товарищи и друзья. После официальной части личный состав дежурного караула из числа курсантов факультета пожарной безопасности провел тушение условного пожара с использованием компрессионной пены и средствами защиты органов дыхания. В завершении мероприятия под звуковое сопровождение курсанты прошли торжественным маршем. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.